Доброе утро всем. В общем, утро, пора вставать, но так хочется еще поспать. Нет, это не про меня. В общем, я тут уже себе готовлю завтрак вовсю. Там у меня находится лавашек такой вот с авокадо, ветчиной и сыром. Сделала кофе, но у меня нет... винегретик достала попробовать. Сейчас я при вас его и попробую. Я вчера говорила, что просыпаюсь с огромным голодом. Пахнет нереально этим винегретом. Такая вкуснятина. Любите винегрет? Я люблю. Такой сочный. Очень вкусный. Вот, у меня молока нет, но есть сливки. Я сегодня буду без строганов готовить. Поэтому можно достать сливки. Они, кстати, легкие. 18%. Я что-то вчера такая думаю, блин, у меня же сливки есть. Готов мой ролик. Идите. Вкусненький. Сейчас быстренько наведу кофе. Поеду с Чарли на пляж. Потому что я что-то лежала, думала. Ну, я пыталась, типа, уснуть. Ну, не уснуть, поваляться в кровати, как все это делают с утра. И думаю, поеду-ка я. Мне нужно в Лидл съездить. Лук купить. И что-то еще. Естественно, не помню, что. Лук купить. Что же еще-то надо? В общем, не помню. По дороге вспомню. И думаю, ну тогда я, раз мне всего лишь в Лидл, то есть не надо ни в какие там другие магазины идти, заедем с Чарли на пляж. Я его там погуляю. Водичку пьет, ты моя. Вот, и... Ой, кстати, вот надо положить винегретик. И потом на полпути заеду в Лидл. Чарли в машине минут 15 посидит, ничего с ним не случится. Хорошая идея. Сливки, они и в Африке сливки. Что-то какая-то большая, пол-литра. Вкусный, зараза. Зараза, два раза. В общем, вот такие планы. Не отключайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. И спасибо за комментарии. Мы кушаем и выдвигаемся. Мы уже на пляже, вернее, на набережной. У нас опять туман. Скорее, это не туман, а низкая облачность. Вот, потому что смотришь на горы, наверху солнце, а у нас туман. Я сегодня в платье, в красных ботиночках. Вот. В общем, взяла вот такой кофе. В Лидл. Все, я купила там, ну, там немного купила лук, 100% еще что-то, и вот кофе. Я не особый знаток в кофе, поэтому вот это вроде как нормальный. По крепкости 2 из 3. Ну, даже какой я профессионал. Встретила подругу, поболтали немного. А сейчас иду. Что мне нужно купить? А, у меня Дейзик закончился, дезодорант. Потом вот зайти на почту. В общем, да, дела-дела. Идем по делам. Люблю в Примор вот этот отдел с корейской косметикой. Смотрите, вот нашла. Станки купила мужу. Ну, не купила, еще взяла. Вот это бальзам для губ. У меня такие руки вчера... которую фасоль чистила, такие пипец руки, хрен отмоешь.
Хоть белизну покупай. Очень прикольно. Смотрите, какой 4 евро стоит. Классный такой бочоночек для губ, что вот, которые губы... Ну, вы поняли, да? И вот разные бочоночки. Патчи, смотрите, разные. Они по 8 евро. В общем, прикольно. И не надо 3 месяца ждать. Ну, конечно, в Китае я купила за 4 евро. Здесь вот 7. Ну, зато ждать не надо. И много вообще. Я здесь стану и могу часами стоять. Алоэ вера. У меня есть алоэ, поэтому... В общем, здесь могу вот так стоять, все рассматривать. Все мне интересно. Ну, все всякие кремики, бутылочки. У них такие еще баночки интересные. Смотрите, какие грибочки. Такие прям вот классные, да? Хочется все взять, попробовать. Масок уйма разных. Вообще, всем нравится. Смотрите, какие упаковки. Вроде бы фигня, да, упаковка, что она, но все равно притягивает к себе. Смотрите, с арбузом. Вот, например, что это такое? Что это такое? Серум. 5 евро стоит с арбузиком. Наверное, пахнет обалденно. Ой, а что я вам показываю? Вот арбузик. В общем, да. Тут вот какой-то что-то интересное. Все вот надо рассматривать. Вот это что, тоже патчи? Тоже, наверное, патчи 10 евро. На родном корейском написано. В общем, да, много всякого интересного. И тут можно часами стоять. А вот тоже какие патчи. Ой, это же прям на все лицо, что ли, смотрите. Обалдеть. 15,50 стоит. Ну надо же. Что только не придумают, а? В общем, так вот. Пропадаю я. Тут много всего. В общем, это для дел для девочек. Здесь можно часами ходить и смотреть, высматривать. А я все никак до почты не дойду. Иду, иду. Пастелерию, где маленькие пироженки посмотрела, в Инстаграм сняла, облизнулась и пошла дальше. Там так вкусно. Ну, я понюхала, 200 грамм набрала и пошла дальше. Сейчас хочу на рынок зайти. У нас вот такой рынок есть. Ну, там колбаска продается, типа ливерный, знаете? Я обожаю ливерную колбасу. Что-то я когда в России ездила, не попробовала ее. Ну, блин, за неделю там ничего не успеешь. Туда-сюда, в общем, да. И вот... Мне как-то муж один раз покупал ее. И она прям так похожа была на ливерную. Причем ливерная такая качественная, знаете, вкусная. Не прям вот какая-то там отходы. И вот раз уж мимо иду, сейчас зайду, посмотрю, может быть, есть. Как я уже говорила, сегодня на рынке рыбы нет, но зато мясо точно продают. Смотрите, у нас тут вот цветов много продают. Разные красивые. Красивые. Пахнет обалденно. Какой запах. И рынок. Рынок я вам уже показывала несколько раз, поэтому ничего нового не будет. А я иду, иду, иду. Я все уже купила, даже стевию, представляете? Вон она лежит. Сейчас возьму колечко такое. Вот всякое сало продается. Оля! Me deja una rodaja de esta. Una salchicha. Sí, pero esta me gusta así. Me está mirando a mí, entonces. Манка, из которой делают мигас. В общем, всякая вкусняшка. Там хамоны висят. Это кровяная колбаска. Вот такая на 2,30 вышла. Она сделана из мяса из головы, печенки, язык. В общем, все голова. И это сами делают. Домашняя колбаска. Очень вкусная. Мужчина такой. Ну, вообще они все здесь, как бы, как это сказать, доброжелательные. Он такой, откуда ты? Я говорю, с России. Ну, увидел, наверное, меня с камеры, скажет, иностранка. Ну и, наконец-то, я дошла до почты. Это у нас почта. Сейчас заберу. Свой, наверное, 100% это штраф. Сим-сим, откройся. Сим-сим, отдайся. Да ты не бойся.
и не стеснися. Вот так вот. Такая почта. Надо взять билетик. Там муж пришел. Ну, Чарли наверху был. Ой, как бы он голову себе не сломал. Обжарила немного лук. Сейчас добавлю вот это. И буду тушить. О, видите, какой у нас? Как у нас встречает Чарли. Меня он так не встречает. В общем, убираю огонь и обжариваю. Сейчас бабахну немного венца еще сюда. Блин, купила шпинат. Что-то мне так нравится, что я всегда его покупаю. Вот такие какие-то вкусняшки. Они как, знаете, на что похожи? На халву с шоколадом. Надо почитать, из чего они сделаны. Бискотчу дыгай. А, ну это печенье. Ну надо же, как будто... В общем, да, я уже попробовала. Вот, это мужу вот это. Стевию, смотрите, купила 100 грамм сразу. Прям сейчас распределю. Вот такой дезик. 2,50. Мне удобно такие. В сумку положил спортивную. И вот там они лежат. Потому что большие, неудобно. В общем, не знаю. Ну, мажусь каждый день, поэтому мне как бы без разницы. Вонючку в машине. Мне понравился этот лепесток. Евро всего. Это в Приморье все купила. Смотрите, я зашла в марокканский магазин за лавашом. Вот я помню, у нас в России я постоянно покупала армянский, по-моему, он лаваш называется, или как-то. В общем, вот такой он мягкий и один в один, как вот я в Москве покупала, такой вкусняшка. Евро стоит. Именно в марокканском магазине. В общем, этот лавашек мне показала одна подруга, зашла и говорит: смотри, какие вкусные лавашики. А я думаю, лаваш и лаваш. Один в один. Как вот, знаете, я там покупал с сыром такие лавашики. Вкусняшка. Молока разного набрала. И сои. Омега-3. Винца. Это вино столовое, чтобы для еды. Возмущается штрафом. Сейчас вам расскажу. Тоже есть история. Ну, это колбаска, естественно. Творог. Две штуки. Не могла найти творожный сыр. Обычный, сливочный. Вот взяла с семгой. Это сырок. Творог взбитый с ней. Блин, ну руки у меня пипец. Ну, в китайский зашла, купила вот эту штуку. Я не знаю, как это название по-русски, поэтому иногда называю штука, фигня и все такое. Уж извините, пожалуйста, ну... Эспонха макияж, бьюти блендер, нет, блендер, это что, вот бьюти блендер, может бьюти блендер. В общем, да, бьюти блендер купила, по-моему, да. И носки, почему-то в китайском магазине все носки 40-46 размера. Китайский магазин, там же наоборот мини нужны. А мне вот именно вот такие вот короткие нужны, чтобы не видно было из-под кроссовок. Ну все, больше ничего не купила. Да, больше ничего не купила. Так вот сегодня я по-бедному. Сейчас бабахну немного сюда венца. И дам, чтобы все алкоголь выпарился. Потом опять накрою крышечкой. Добавлю свои специи для овощей. И пускай у меня там до готовности жарится. Будет вкусно, но это не мне. У меня есть винегрет с вот этой колбаской. Ням-ням. Вот что получилось, но это на завтра. Очень вкусно. А это мой обед. Муж не стал вот это мясо, я его сожру, ничего страшного. И колбаска. Всем приятного аппетита. На завтра поставила... Ой, твою мать, чуть не обожглась. Блин. Все время я вот так открываю потихоньку, и у меня обжигается. В общем, буду готовить бестроганов. Сначала вот мясо, говядина. Сейчас буду его тушить, варить. Ну, долго вот эти. Процесс будет длиться, чтобы вина добавлю. Чтобы оно было мягкое-мягкое. А пока я вот тут развела такую деятельность. Сейчас нужно, у меня вот такие фильтры есть. Наполнить их по чайной ложке вот такой стевии. В общем, расфасовать, чтобы было удобно. И здесь заварила чай. Английский.
Ой, что у меня на голове? А то я постоянно потом монтирую, смотрю, а у меня там такой беспредел. Вы, кстати, наверное, много раз заметили, что я всегда дома ухожу вот сюда, зализываю, а когда выхожу туда, это специально так, такой маневр. Так, наверное, многие делают, в общем, да, чтобы вот так поднять. Потому что если я сюда прилежу вот так, то оно потом фиг поднимется. Пахнет нереально за евро. Посмотрим, сколько в машине будет пахнуть. Но запах... Там был еще... Я, на нем просто не написано, что за запах. А там еще был... про штраф. А там еще был с корицей. Корицу терпеть ненавижу. Я знаю, что она вкус полезная, там все дела. Но мне прям вот ненавижу ее. Есть такие приправы, которые просто вот мы не любим, правильно? Еще я кинзу ненавижу. Она мне прям тараканами пахнет. Не знаю. Даже не понимаю, как могут люди ее любить. Ну... Мы все разные, поэтому как бы одному, что русскому хорошо, то немцу смерть. В общем, штраф 95 евро, 96. За что? Муж уже люлей получил. Мы когда в Гранаду ездим, есть, там же движения много, и там есть специальная полоса для такси и автобусов. Вот муж постоянно выйдет на эту полосу, она же свободная. Я ему постоянно говорю, это полоса для автобусов и для такси. Ничего страшного. Знаете, в Испании есть такое выражение «но пасанада». Все его знают, кто здесь живут. Это ничего страшного. У них все на все ответ «ничего страшного» или «маньяна», или «завтра». Но в этом случае завтра не подойдет. Здесь подходит выражение «ничего страшного». Ничего страшного было. Вот я ему сейчас такая говорю. Вот, говорю, ездил по полосе, вот тебе ничего страшного, 100 евро. Он, что? Я говорю, читай внимательно, что? А, раскудахтался. Я говорю, вот кудахтай. Говорю, 100 евро мне, вынь и положь. И постоянно, знаете, едет. Конечно, там свободно, вот он выехал и едет, король. Я говорю, да, все такие дураки не едут, а ты вот умный. Год назад, кстати, это было. Пришла, а может быть, нет, тут другой штраф был. Тут еще тоже есть, еще, короче, у меня сейчас 200 евро штраф, пипец какой-то. Вот так вот, я говорю, вот, говорю, теперь он, что-то странно, ты как-то отреагировала это спокойно. Я говорю, ничего, мы как будем ездить по Гранаде, я тебе еще буду, говорю, напоминать. Постоянно. А он, знаете, когда напоминаю что-нибудь, напоминаю, он говорит, тоже надоело. Я говорю, вот в следующий раз думай, раньше, чем делать что-то, говорю, подумай, что я тебе буду как муха вот так над ухом надоедать. Так вот проучила, как говорится. Ну а что, блин? Плачь, не плачь, 100 евро надо платить. Блин, вон теперь надо зарабатывать. Плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня, пока не поздно. Помните такую песню? Так, я, наверное, сначала чай пойду попью. В общем, вот так вот, попала я. Круто ты попал на 100 евро. На 100 евро. Зашибись, блин, кто не понимает. Мне вставать надо. Мясо посмотреть. Царь. Царь. Можно мне встать? Царь. Не? Нельзя? Вот так мы и отдыхаем. Как вставать? Как потревожить царя? Никак нельзя. Царь, встать надо, а то мясо сгорит. Давай, вставай. Ну, вставай. Он иногда и порычать может на меня. У меня дверь открыта. Проветривается. Влажность такая сильная, страсть. Поэтому немного прохладно. Я сейчас буду пылесосить. Ой. Все. Мясо варится. Барится, парится. Ему долго варится еще.
Мы сейчас погулять сходим, оно все будет вариться и вариться, чтобы мягкое было. Говядина, она вообще долго варится. Надо еще водички подлить. И нам, да, есть, будет время походить, погулять, и все. И придем, оно еще будет вариться. Да, царь? Ты мой царь. Ты моя радость. Ой, ой, любит он на мягком поспать, на теплом. Да, да. Ой, пузяка моя лохматая. Лохматая пузяка моя. Съела бы этот пятачок. Съела бы пятачок. Зубы, зубы покажи. Ай, видите как. О, не думайте, что он такой все позволяет. Нет. Вот так. И вот так может. И вот так. Ай, ай. Куси меня. Покажи всем, как ты кусаешься. Как ты кусаешься. Видите, как он? Он не кусает, он вот так вот хватает. Но не хочет сказать. Иди целоваться, иди целоваться. Целоваться иди. Иди целоваться. Целоваться давай. Давай, давай. Целоваться, целоваться. Давай, целоваться. Ой. Ой, моя радость. Ой. Скажи, мам, ну что ты меня доводишь, да? Ну что ты меня доводишь? Я хороший, добрый пес. Что ты меня доводишь? Так люблю я его довести. Ой. Мясо уже такое, такое мягкое. Добавила одну такую крупную луковицу, соль, специи. И сейчас все это просто обжарю. Прям. Тут уже все поджарилось. Смотрите, как красиво со специями пахнет. Нереально. Сейчас надо сметану добавить. Но сметаны у меня нет. У меня есть сливки. Поэтому добавлю сливки. Кашу маслом не исправишь. Правильно? Правильно. Завтра я сварю пюрешечку. И будет просто шикардос. Сейчас все это потомится. Поставлю на томление. И пойду в спортзал. Вот так. Потому что я поставлю на медленное такое томление, скажем так. Пусть у меня томится. Вот такая вкуснотища у меня получилась. А пахнет. Ням-ням-ням. Почистила зубки. Не стала вам показывать, как я это делаю. Потому что все мы это делаем одинаково. Под глазки мажу вот такую. Это от Эзы. Ивас Роче. Или как там его. Мне нормально. Лишь бы чем-нибудь намазать. И усё. Правильно? А на всё лицо намажу вот этот. Это сыворотка. Тоже от них. Она жирная такая прям. Надо пользоваться для того, чтобы израсходовать. Больше не куплю. Я даже, по-моему, его не покупала, это был подарок. Вот, и пойдем сейчас отдыхать. Завтра у нас начинается рабочий день, рабочая неделя. Так что встретимся с вами завтра, друзья. Всего вам самого наилучшего. Отдыхайте, набирайте сил. Хотя у вас-то она уже началась сегодня. Сегодня понедельник, какой-то день непонятный. Вообще выходные прошли непонятно как-то, в общем, ну да. В общем, всего самого наилучшего и всем пока-пока!